гениален в одно время. Ну как так бывает? Тупой гений или гениальный идиот. Как так? И Москва же, пятница. Понятно, что столиков нету нигде. Почему я, блядь, сижу у этого Бургер Кинга? Где, блядь, рестораны? Где цветы? Где фанфары? Где шикарный стол, блядь? А? И где, в конце концов, они-то? Скажите мне, пожалуйста, что за поебень опять? Что за опять наебало? Почему он меня наебывает на каждом шагу? Почему ты меня наебываешь на каждом шагу? Я понять ничего не могу. Неужели у тебя случайно это получается? Я не верю, что это у тебя случайно получается. Как можно меня на каждом шагу наебывать случайно? Как так можно? Так это у тебя вообще постоянность, это у тебя вообще данность. Не пизди меня, не пизди. Мне кажется, людям становится неудобно, когда их снимают, когда они жрут бургеры. Дома им неудобно. Что за, блядь, ебанутая привычка ждать в очереди в ресторан? Это же пиздец полный. Как так? Как так стоять и ждать очереди, чтобы посидеть? Ждать очереди, чтобы посидеть? Еще какая-то ебанутость. Ни разу не стоял в очереди и не буду. Пошли в жопу. Ряба, я тебя учу. Когда мы идем с тобой в ресторан? Друзьями, без друзей, пофигу. Должен быть всегда, сразу, заказан самый лучший столик, понимаешь, горябый, заранее, за день, чтобы весь день он был свободен. Вдруг мы раньше придем, вдруг мы позже придем, чтобы он весь день, сука, был забит, все. Понимаешь? Я не должна сидеть вот тут вот, вот так вот. Вот тут и вот так. Меня с поезда должен был забрать вертолет, ибо московские пробки. Или перекрыть, не знаю, эти пробки, выделить эту дорожку посередине, с мигалками на Майбахе проехать. Типа, важная персона, понимаешь? Я не должна спускаться к темным в это метро, нахуй. Что за поебень? Это нихуя не нравится. На вокзале меня должен встречать... Твоя правая рука, Александр Колбасов. Он должен брать мои вещи. Он наш водитель. Александр Колбасов наш водитель. Нет, он не наш водитель, он вообще твоя правая рука, которая рядом. Понимаешь? Он должен был меня встретить на Майбахе с мигалками. Посадить меня, усадить меня. И повезти туда, к тебе навстречу. Нет, сначала мне нужно привезти домой. Ряба, блядь. Ахаха. Что такое? Он сказал, что он на подлете, а я сказала ему, что курицы не летают. Вот он о чем ржал. А я подумала, что он меня видит и ржет. Ну мы ща. Ты услышишь. Конечно, я тебя услышу. Как же мне тебя не услышать? Так мы не договорили про Александра Колбасова. То, что он меня должен привезти в квартиру. Как же там называется на Киевском? Набережная. Забыла, как улица называется. Около моста там такие домики. Я уже выбрала там домик. Двухэтажный или даже трехэтажный, не знаю, все этажи нужны, весь домик надо выкупать. Там три домика стоит, один наш, а два соседних можно купить друзьям. Вот, отвезти меня сначала. Блять, я не могу записывать, когда я их жду. Я волнуюсь, блять.